В крепости Керчь для посетителей открыли новый экскурсионный маршрут «Акбурун. Начало». Он предлагает познакомиться с историей создания крепости и ее планировочной структурой, а также многочисленными экспонатами, относящимися к этому историческому объекту. Маршрут был создан с учетом пожеланий посетителей, а на его разработку ушло 1,5 года. Маршрут рассчитан на небольшие группы. Маршрут предназначен для больше, скажем, детей, семей, естественно. Керчан, в первую очередь. Поэтому мы учли пожелания наших посетителей. На экскурсии можно ознакомиться с устройством капониров. А о боевых действиях, которые велись отсюда, как нельзя лучше рассказывают многочисленные боеприпасы, пушечные снаряды и оружейные патроны. Подземные коммуникации крепости демонстрируют мастерство инженерной мысли того времени, погружая в атмосферу таинственности. В каждой крепости достаточно большое количество всяких красивых легенд, сказок. Одно из них мы с удовольствием всегда показываем, и оно скрывается за моей спиной. Призрак вазы, скажем так, сосуда античного 4 века до нашей эры, связан с историей древнего Боспора. И, соответственно, мы коротко говорим о том, что Керченская крепость – это еще целый комплекс различных археологических объектов. Экскурсантам предлагают ознакомиться с подземными коммуникациями. В узких вентиляционных галереях, которые теперь открыты для посещения туристов, путь приходится освещать ручными фонариками. Так как здесь глубокое помещение, 8 метров примерно, и вокруг идет земляной холм, то, естественно, нужно как-то проветриваться. Особый интерес представляют пороховые погреба, оборудованные моделями стеллажей для хранения боеприпасов. А соседний зал с экспонатами дает представление об особенностях строительства крепости. В этом зале посетители могут увидеть те элементы, которые использовались непосредственно при постройке крепости. Это и кирпич различных заводов, и многочисленные строительные инструменты. В экскурсионный маршрут включены также караульные помещения. Здесь размещены многочисленные макеты. Здесь можно увидеть макеты фортификационных сооружений, копии пушек, но самое ценное на новом маршруте – это то, что ко всему можно прикоснуться своими собственными руками. Этот экскурсионный маршрут имеет перспективу развития, и научные сотрудники возлагают на него особые надежды. Конечно, выставка будет совершенствоваться. Мы мечтаем о том, что по соседству у нас будет еще на площадках расположены копии из орудий более крупного калибра, из других материалов, в том числе бронзы и стали. И также, естественно, мы рассчитываем, что к следующему сезону мы еще сможем сделать копии штурмовых осадных орудий древности и средневековья. Кульминационной точкой маршрута становится смотровая площадка. С нее открывается панорамный вид на Керченский пролив. Крепость Керчь хранит в себе еще множество тайн и загадок. Увиденная вами всего лишь их малая часть. Чтобы узнать больше, предлагаем приехать и лично посетить новый маршрут.